И вот такие вот поделки тоже очень популярны здесь. Я смотрю, очень многие покупают. Я когда гуляю с собакой, я вижу, вот у соседей вот такая штучка висит. Просто берется вот из кусочков деревяшки, они все вот таким вот образом сбиваются, цепляются на цепочку и стоят достаточно дорого. И вот сюда вот вставляются горшок с цветами. Очень красиво, очень оригинально. И стоит это вот от 20 до 25 долларов. Вот только что купили сердечко это. 25 долларов. Казалось бы, вот у кого-то есть такие вот остатки деревяшечек. Ну вот можно на этом сделать бизнес. Причем люди покупают с громадным удовольствием. Я вчера целый день видела, люди носили такие штуки. И сегодня вот я сюда опять наткнулась. Вот женщина тоже готова купить. Как оригинально смотрится сердечко вот с цветочком. И вот сейчас вот в телефоне у нее женщины карточка. Вот у нее в телефоне есть специальная функция. Она сейчас каким-то образом проведет или считает. У меня сын такую штуку взял. У сына есть тоже такая штучка. Берется карточка, вот каким-то образом вставляется в телефон, считывается и платится вот через... Не знаю, как это работает, но все упрощено, да не могу. Ладно. Но уже коль я здесь, вот такая двойная коляска с двух сторон. И раз я уже здесь, уже я не могу не... чуть не упала. Не могу не остановиться с лебедежками. Лебедежки? А вы не лебедежки, вы утки. Он черненький спит, чумазенький. Да, давайте, поругайтесь, давайте. Да не бойтесь вы, кусачи. Это ж кто-то из них меня туда бегал, кусал за ноги. А я вообще рядом подошла, вот он. Да не бойтесь вы, мальчишки. А вот маленький этот гусеночек, сыночек маленький, детеночек. Нет, но остановиться невозможно. Остановиться невозможно, снимать эту красоту. А там этот амфитеатр. Там сейчас какое-то представление идет. Сейчас я туда дойду потихонечку. И вот вокруг всего озера видны вот белые-белые палатки. Вокруг всего озера. Перекрыты две дороги. И вот люди кайфуют. Ходят, смотрят, разговаривают, общаются, кушают, пьют водичку. Пива здесь нельзя ни в коем случае. Многие вынесли сюда свои поделки, разыгрываются всякие лотерейки, делается реклама. Вот, хочешь выиграть 1000 долларов паблик гифт карт, поиграй. Это все бесплатно. Что у нас здесь? Ладно,